Так, всем здорово, короче, ребят. По чуть-чуть начинаем. Сейчас сетки добавлю во сюда. Так. Так, а знаете что? Давайте-ка на Европу. Там Кас Нерж должен быть вообще-то. Так, все, здоров. Ребят, ждем касса нерча сервер. Короче, сейчас я приду. Так, ребят, ну что, ждем касса Блая. Короче, давайте я вам просто покажу, что нас ждет сегодня. Я обещал застрить. А, дайте-ка я в группу-то ВКонтакте отпишусь, а то что-то тут ничего не написано вообще. Так, еще не создан хост. Смотрите, Казбла и Хеллрейзер, три наших игрока играют, поэтому я хотел не стримить, но я не смог не постримить, собственно говоря. Каз Нерч сейчас, потом Бла и Хеллрейзер будут. Казбла, тут, в общем, Нерч
Ну, очень интересная, в общем-то, сетка. Я за всеми не уследишь даже, к сожалению, нашими. Вот, ну, придется выбирать, короче, между матчами. Здоров, Тасмания, здорово всем, ребят. Так, надо мне окно открыть, короче. Сейчас пацаны создадут. Сейчас создадут хост, короче, ребят, чайку бы надо заварить будет или что-то сделать, короче, не знаю, что сделать. Вот, ну, хочется чего-то. Такого вкусненького, тепленького, например, действительно, чайку, блин. Так, СК2 ТВ за фуры еще Лазулис меня зовет, ему респект за это. Вот, я захожу, сейчас, короче, я тогда этот... Подрублюсь просто к этому SC Masters. Нерж здесь сейчас будет ЭКАС. Напомню, БО-2. БО-2 система здесь у нас будет. Будет интересно. Ну и центральные матчи, где наши игроки присутствуют. То есть Нистик здесь есть такой игрок еще, помимо наших трех Нерж. И кто еще тут есть? Пингвин. Вот так. Четвертый. Так. В следующем раунде Блая Хеллрейзера, я думаю, надо постримить будет. Потом Касса Блая, действительно, это. Ну, Хеллрейзер Пингвин еще есть. Касс Хеллрейзер потом, я думаю. Последняя пара, большой выбор, но Хеллрейзер нерч там есть. Что-то Мишаня не заходит. Сейчас, ребят, секунду буквально отойду я. С мамой поговорю и будем смотреть, продолжать все.
Так, ладно, подумал я, закрыть окно или не закрывать пока. Пока не буду закрывать, я думаю. Все, ребят, наконец-то игра началась. Поехали, ребят. Ладно, подстроимся тогда. Ну все, вроде вот так вот, ровненько, ребят. Будем тогда без боя. Там это, чтобы заблуждение никого не вводить. Главное забывать единички, двоечки ставить. Неоновая площадь, с карт первая, КАС против Нерча бьется, соответственно. Не знаю, насколько Мишань сейчас тренится, но вроде тренится. А вообще три украинца здесь вообще. Так, полуобупевший, не знаю, про что ты говоришь. Альфа-Го этот уже давно обыграл эту вот, вот эту корейскую игру, эту вот Го, там, или как там его, Альфа-Зеро, или это новый, я не знаю, короче. StarCraft и вот та игра, это пошаговые игры, как бы, получаются, и там, ну, там можно просчитать, как бы, варианты, и, ну, то есть, там, комбинации. В StarCraft же немножечко другая схема. Тут много других параметров, которые именно есть, которые, ну, пока что на данном уровне развития. Наверняка когда-нибудь через года будут такие машины, которые смогут так делать, понимаете, но... Тогда, может, человеку в натуре будет не просто. Вот. Потому что придет тебе эта Альфа-Зира и скажет: мне нужны твоя мышка и клавиатура, чтобы задрачивать, иди вон. Чтобы задрачивать против таких же этих, потому что люди слишком мертвые все, как бы. Вот. Как-то так. Пока же, я думаю, что в StarCraft он никого не обыграет вообще точно. Там в доте был какой-то бот, который там на миди Дэнди выигрывал. Но потом, говорят, его обыграли, этого бота уже, как бы. Поживем, как говорится, увидим. Главное пожить маленько. Так, гелики в старпорт, указ. Опа, Fusion Core. Викинг, чтобы сбить оверов. И что же далее? А далее это Либератор. Он вот сюда вот может прилететь. И опа. Или вот сюда тоже он может прилететь. И опа. Ну, здесь его везде можно прикрыть. Отсюда тоже не знаю. Ну, отсюда может разложиться. Отсюда он может и сюда раскладываться.
Минус реперочек был. Самообучающиеся. Так и предыдущие самообучающиеся были сети. Так, Совер минус. Так, чуть КСМ-ку не потерял. Каз, я уже видел, как Линк замахивался, хотел ее убить. Но не убил. ЦЦ-шка у Каз пошла третья. Я не понимаю. Каз настолько наглый, что он не хочет, играя тираном, поставить карман прямо на минералах базу, а он ставит, чтобы куда-то лететь. Ну, хоть почему наглый. Многие так играют с другой стороны. Сейчас раньше Либератор скоро доделается вообще. Да ну, я не видел этого бота в доте, но говорил и говорили, что его обыграли уже вообще. Игра возобновлена. Так что я не в курсе, как бы, ну. Ну, доту в боте попроще, что ему там? Ему это прямолинейная, как бы, тема, и то я уверен, его там обыграют нормальные чуваки, как бы. То есть ему что, крепы добивать своих чужих просто идеально. Вот прописать ему, как бы, что он это умел. И скиллы там, как бы, проказ давал, да и все, как бы. Вот. Это один на один. А команда ботов таких, это вообще, как бы, ну, то есть им... Как им сделать то, что, допустим, им... Когда им собираться, надо бить скадом, еще что. Команда, это уже намного... Сделал, Рэйч, Либератора в кассе. Просрал Либераторов. О, один из дронов на третий минус, я смотрю, как Тианю уменьшание сделал. Нерчу 14 даже минус, но что-то все равно рабочих у нерчат побольше, я смотрю. Прилетел Либератор. Неплохо надамажил там, смотрю он. Еще 5 дронов минус. Гелики опять врываются по второй базе. Мишаня пожег собак наглухо. И почему-то забоялся дальше проезжать. Я не понимаю, почему. Привет всем, кто недавно подошел. Я хз про этот нейрон. Нейронную сеть. Так, ну что же. Три факты Старпорт. У Каса Старпорт зачем-то до сих пор на лабе, хотя давным-давно уже сделан грейд, например, на раньше Либератор. Но Кас благодаря своим нажигам, нажиганиям всем, он вышел в, вы видите, в 4 цехи. Нерч ничего с этим сделать не может. Ну, давайте под гидру прям расслаб. Да. Но это Миш Кас умеет так делать, блин. Под гидру Либератора разложил, сразу потерял. Нерча тоже 4 базы. У него все равно, ребят, он потерял в этой игре 21 дрон, но у него на 20, на 20 почти что, на 19 больше, чем у Каса в данный момент. У него лимита больше, вообще он вперед куда-то поломился, куда он, интересно, поломился.
Так, опять два дрона, блин, уничтожен. Ну, Кас видит, что Нир сюда идет. У него, в принципе, оборона везде есть. Уже пятая ЦЦ-ха. Кас играет как будто за Зерга, а не за Тирана. Ну, это опять же, смотрите. Грейды, вот чем закреплять такое адское макро, как у Каса? Грейды, всякие разные грейды не делаются. Вот, простаивают инженерки уже давненько. У Мерча вот плюс 2 уже доделывается атака. 6 оверов для дропа делает. Ну, туретки по периметру, это, конечно же, не наша тема вообще. Хотя вот мех Тирана, ребята, вот играете в мех туретками, мейн обносите. Ну, нахрен эта пятая база не нужна. 4 есть тут для того, чтобы эта пятая никуда не денется. Уложить просто там 500-600 минералов, 6 туреток по периметру поставил, и уже тяжело будет. Опять либератор прилетел вообще. Так, идет Нерч в атаку. Хелбата, конечно же, Кас не трансформирует. Хелбаты эффективные. Но трансформировать, конечно же, мы их не будем. Просто геликов сольем всех сейчас. Ну, не знаю, что-то Кас здесь косячит очень сильно. Рабочих 15 потерял, ему вообще это не страшно. Но лимит просел. Ну, смотрите, вот Кас настроил до хрена бас сейчас. А лимита нет. Тут Саты, мне кажется, поспешил немножечко. Нужно так ломиться-то было. Туреток, как я и говорил, как не было, так и нет. Сейчас, наверное, дропчик пойдет от Нерча на мейн как раз. По этому поводу. Ну и без этого повода тоже. Если туретки были, Нерч бы полетел. Просто, на самом деле, наверное, развернулся бы, улетел. Кас сложился, и что здесь? Да ничего, собственно говоря. Кас что-то ждет. А что он ждет, я даже не знаю. А, один дроп надо. О! Вообще Нерч по уму просто. Дроп на мейн, дроп на дальнюю просто полетел. Разгружается ручек ядра. На мейне Кас идет отбиваться. На этой базе тоже заметил, что дропчик попил. В это время Нерч еще группы на 9 часов пытается зайти. Прогнал Кас все-таки Нерча здесь на центре. Ну как на центре, с 9 прогнал. А тут еще сразу один дроп зашел просто. Опять надо домой бегом все юниты переводить назад. И, о, два танка на лоу-граунде есть. 2-2 грейдами нормально валят они, я вам скажу. Опять дроп сюда. Прилетели роучи, как они задалбывают, а жесть вообще. Мулов, Кас, зачем-то на мейн кидать, уже ресурсов не осталось. Одновременно опять на... Вот, смотрите, как с мехом играть надо. Как Нерч играет, просто... Сразу три направления. Дроп двойной, точнее, один дроп делится на два. Один небольшой базу просто минералы харасит, другой здание убивает. И налом через... Ой, извините, извините. Извините. Да, нас тебя схватило, я дурак. Дуримана. Что, не больно? Ну,
влетает. Нет, Кас живет. Вот. Типичная история. Кас настроил много баз, чтобы их убили, короче. Потому что если было бы меньше... И непонятно, что эффективнее. Вот. Было бы меньше, проще защитить было. Может быть, так не убили. А так много настроил, вроде до хрена убили, так еще и осталось немало тоже, знаете, при этом. Стабильно, то есть Кас на 140 лимита стабильно держится, ачивка у него. 140 лимита, стабильное поддержание. У Нерча, правда, 200 постоянно, хотя он бомжевал вначале, как бы. Ну, и сейчас что-то горница фактически улынет. Танки у Каса не засплечены. Викингов нет, туреток нет. Поэтому вайпер безнаказанно прилетает, убивает. Ну, что может спасти? Несколько викингов, конечно же, могут спасти. И туреток, я думаю, туреткам рейндж делаете синенький, чтоб 8 рейнджа у них было. И они будут вайперов тоже неплохо отгонять от танчиков. По периметру так чик на перерыв. Просто контроля не хватает, экономики кассу не хватает. Ну что же, нерч 1-0. Сверху, ну, поставлю пока единицу туда. Потом перемещу, если надо будет. Так, нет, что-то ожидает. Я присоединяюсь к нему. Это он матча этого ожидает. Стингер, ты вообще про кого говоришь? Кто кончился на первом старике? Если ты про Каса, то он в первый старик никогда не играл, я тебе должен сказать. Не, может, когда-то и играл, но он Warcraft. Warcraftик он, а не Старкрафтик, понимаешь? В чем дело-то тут? Все правильно, счет выставлен. Вторая игра, путь на Айур. Карта у нас 11 часов Кас красный, 5 часов синий нерч. 17 хата газпул от нерча идет, от касса депошечка газбарак. А нет, депошечка да, депошечка. Все правильно сказал, депошечка газбарак. То есть сейчас непонятно, что же рипер или марик будет. По точке сбора это все-таки рипер будет у нас здесь, да. Здорово, Винтери, здорово всем, ребят. Так, рекламку пили, ну, чтоб отчет пошел. Ну, а вы про ватблоки, про поддержу вспомните, конечно же. Всем спасибо за отблоки, за поддержу. СМ готов.
Да, у Нерча Нерч на аватарке. И я не считаю это чем-то таким, нас я тоже поставил бы. Потому что это было данное аватарке топ-16 близконовцам 2016 года, как бы. Их можно было купить людям даже. И часть средств шла игроку от этого, между прочим. То есть а-ля Dota такой стиль, как бы, ну вот. Абсолютно верное решение, побольше. В этом году что-то такое я не заметил вообще. Так, почему на ГГ не очень, а на Твиче норм? Ты откуда, смотря сам? Вот. ГГ сервера-то только как бы... В России есть, в Москве сейчас, я так понимаю. Когда-то давно были сервера в Беларуси, в Минске и в Киеве, по-моему, еще, но... В Минске я не знаю, почему сейчас нету, вроде точно. А вот в Киеве, понятно, по причине каких событий. Вот. У ГГ больше серверов нет, тем более там серверы. В то время. Были стримы всякие разные, вот. Так что, ну, если далеко, иностранцам, как бы, или еще кому-то, ГГ, ну, не всегда нормально работает, то есть... Нужен очень-очень такой инет прям четкий. Я думаю, что причина в этом. Плюс на провайдеров на некоторых сети бывает. От стримера проблем нет, от сайта нет, тут сети проблем. Бывает, а в сайте проблемы, не знаю. Бывают, и мой инет, например, гонит. Там пришел Каскал Батушем, ну и что он тут добивается? Пока ничего не добивается. Медивак тупо можно было отвести, по-моему, отсюда. Роучий Кас все-таки поубивал. Либератор на мейн тут залетает. Одного дрона забрал Кас. Фиганер среагировал, пока тут когда идет дрон, он успел спорку морфануть. Будет спорку отменять или нет? Нет, не будет. В общем, что я могу сказать? Strange Overdose уже в плей-оффе. Хотелось бы, чтобы из этой группы кто-то из наших вышел. Ну, тот самый жестик Нерч в этой группе получается, да, как бы, и... Он претендует на топ-3, а топ-2 места актуально. Уж пингвина-то и Нистика вполне по силам выбить команде Hellraiser, Кас и Блай. Было бы круто, конечно. Если бы не отчавали вообще замечательно. И из России. Из России тоже большая просто. Вот. Ну и смесь не лагал. Может на сайте что-то. Плюс еще очень важны на самом деле браузеры. То есть там эти флеши, не флеш-плееры, эти как бы протоколы, там как там проигрывается, вот эта вся кодировка идет. То есть в некоторых флеш, в некоторых HTML, там, короче, хер знает, я вообще не знаю, как там, на чем будет сейчас это. Вроде не флеш. То есть можно. Короче, если у вас лагает, ребят, самое простое это попробовать флеш обновить, либо попробовать другой браузер, с другого браузера. Если там нормально будет, ну тогда вывод сам ну, очевиден становится, да, что там что-то с браузером, с какими-то параметрами не то. То есть много всяких вариантов есть. Ну вообще, ну то есть, когда Twitch есть. Тогда смотрите Twitch, что делать. Просто не всегда он есть. Но сейчас есть как бы стрим из игры на данном турнире, поэтому все нормально. Летел Кас, баншами 3 рабочих забрал, летает. Мне показалось, можно... Извиняюсь, может сюда куда-то прилететь? Ну, тут Кас не стал лететь. Играет мех, кстати, Мишань. Здесь оверы висят, вообще самые начальные оверы. Фига не, я ж просто насрал и убежал. Во, красавец, чисто по-польски. Причем здесь по-польски, не знаю. Ну, залил, короче, крипом не дал косу вовремя, цех посадить, улетел вообще.
общем, ребят, купится КАС, вы видите ситуацию по лимиту. А я не вот только сейчас продакшн посмотрел и просто чуть рот не открыл. Еще нет 9 минуты, а тут-то как бы Ультралис Кэверн строится. Нерча 156 при этом, есть ранжовый грейд вообще. Как вот депо стопудово. А если кто-то задонил денюшек? Помечу, то это чисто православная тема тогда. Забегание от нерча, просто как-то не громадное количество лингов. Сверху марики, здесь бункер, марики отдаются, КАС в это время выход пошел. Лимит боевой близкий, но нерча все равно больше, чем КАС, я насколько вижу. Ну, зачем КАС тимится всеми мариками подряд, я без понятия, конечно, но не надо так делать, Мишаня. Тим на мариках рубит. Заходит роучи. Марики в пламину все демеджны были. Танки под ультралов. Как ужасно так быть. Рассиживаться с контролем, конечно, розовый вообще. Ну и, конечно, нет, все расплевал здесь просто. 159-117, кажется, это 2-0. Супер стратежно КАС дропается на ХГ, но это его не поможет, уже ГГ отключит он, так и ультра его идет топтать. Не очень такой расклад. Ну что, ребят, на Ливан не испортит уставочки, подвезли. Нерч, конечно, со всеми фаворит. Вот, поэтому... Понятно, я об этом и говорил, но интересно, что как другие. Ну, Блай фаворит с кассом, тут только форы получаются у нас. Так. Блай Хеллрейзер заходит.
А, Микос там был. Так, ребят, сейчас счет уберу, простите, пожалуйста. Здесь надо нолик поставить. Оп. Ставлю нолик. Блай Хеллрейзер, второй матч, который я стримлю сегодня, ребята. Так, погодите. Чё, если Нистик Хеллрейзера 2-0 убил? Кто такой Нистик-то вообще? Он чё, охерел, что ли? Блай Пингвина 2-0 убил, ну... Так, Кас с Нистиком, мне уж не проиграть там. Сейчас Нистик возьмет и выйдет еще. Посоветовать гарнитуру? Слушай, мне сложно советовать, ну... Например, есть смотря сколько денег, то есть... Как вы CS стримили, вот комментаторы основные, как вот у Илюхи, например, у Crusty Crabs такие уж подобные там какие-то синхайзеровские или какие-то такие вот с микрофоном, я не помню, как они называются, но они там 300 штук баксов чем-то стоят, как бы уши. Они крутые. Вот у меня были Playtronics, как бы, 780, и вот эти HyperX Cloud. Вот. Ну, мне уже провод поменяли, как бы в них в обоих провод сломался. Но мне вот человек, который очень шарит в этом всем деле, сказал, что, например, вот эти на порядок круче тех, что это тоже Sennheiser какие-то переделанные, там, типа, просто под это забрендированные, вот. А тень, ну, ни о чем даже не, ну, провод, типа, время жалко ему было провод менять на тех, его. Ну, я говорю, что выкидываешь, что ли, типа, еще, ну, новые достаточно. Так, Пилон Гейт, короче, Хеллрейзер красный на 11, играет со стеночкой, стенка плотная вниз, Пилон Гейт газ. Нексус Кибернетчика в Твайлайт играет, Блай заблочил заказ второй на второй и ставит третью в итоге Блай. Делает Эволюшн, делает Лингов, Блай сегодня по ходу Дарка насмотрелся и все норм. Теперь у него, он решил, что надо играть, как он и играл до этого, волны, соответственно, полный. Нистик 5900 ММР,
Все, я боюсь, блин, пацаны. Кулси, ты чё? Щемитесь, можно я под стол залезу? Пацан, 5900. Как с ним быть, короче? То есть Hellraiser, у которого там 6 с чем-то, он не может его обыграть, да, получается? Он 0-2 отлетает. Сегодня, походу, в стиле Дарка все что-то всех прессуют. Вот такая хрень и происходит. Короче, Лингедроп на вторую идет. Лингедроп идет на мейн сейчас. Пойдет, точнее. А врыв вот сюда вот будет, интересно мне или нет. Собаки подбегают. Куда они побежали-то? Ну, была чудотворица, а. Что творить-то? А, проход, посмотрите. Адепт в рампе сгрызает. Забегает внутрь лингами, почему бы не драться с рабочим есть. Куда ты на сталкер-то всеми побежал? Надо пробочек минусовать. Два адепта плюс пробки. Глефы все еще не готовы. Пробки на халде стоят, адепты прикрывают. Блай в итоге все-таки собрал, все, сгрыз. Ну, в итоге Hellraiser сделал этот, вы видите, глефчики. И уже 4, там 3 адепта развалят нафиг все. Но здесь две собаки просто до сих пор грызут. Посмотрите, пилон. Они сейчас его сгрызут. Пробочка падает. Здесь пробку надо минусовать. Опять паровозик на мейн пошел. Паровозик, Блай, давай, продолжай. Только контроль, брат, Блайчик. Блайчик контролит. Будет сгрызать адептонов? Сгрызает адептонов. А они с глефами, между прочим, огрызаются еще как. Но Блай уже понял, что здесь ловить нечего в плане сгрызания адептов больше. И... Так вот, овер сидит, сядь в него. От собак два лифта. Отсюда пришли, сюда ушли. Нормально. Рабочих Блай заказал, понял, что уже не пробить. Ну, так, я бы сказал. Рабочих у Блая больше. Здесь, вот вы видите, убожество не стен кастов. После этого все, возможно, даже сталкер здесь не пройдет. Хотя вроде должен пройти. А у Блая что? У Блая 9 роучей вообще. Почему помню, не говорит от блаевских улынов? Родной улын. Он и в Африке родной улын. А на самом деле, ну... От Блая я привык, а Дарк, когда выносит топовых просто и такую хренью, это, ну, вот так вот. Так, погодите. Я что-то не понял. А почему Блай сейчас... А, нет, все, встретил адептов везде, нормально. Все, 82-50 по лимиту. Адепты на треть пошли. Что Блай творит-то, не понимаю? Он когда-нибудь отобьется вообще от этой хренотницы? Вот, наконец-то отбился... Там у Hellraiser заказан роботикс, но он, боюсь, ему уже не поможет. Блай обходит. Зачем обходить здесь? Вот сюда обзошел бы, да и все, мне кажется. Было бы нормально. 4 адепта у Блая. Так. Это не у Блая 4 адепта, это у Hellraiser, ребят, 4 адепта. Собаки на них накидываются мгновенно. Минусуют всех. Не без потерь, хотя не, 2 даже телепахнуться успели адепта. Лезть сюда прям не стоит, я так думаю. Реваджеры нужны обязательное условие для пробивалити здесь. 2 адептика выдвигается к Hellraiser'у. 6 реваджеров Блайморфит, это много. Блай не доконтраливает из-за того, что к нему там пришел выход какой-то непонятный. Фаерболы по зилкам падают в проход, собаки мейн уже там опускают Hellraiser вообще. Hellraiser адептами убил столько штук Блай всем выходом, но проблема Hellraiser в том, что выход-то ему отбить нечем здесь. Поэрболить надо по зилоту.
О, Кла еще и развалиться здесь умудрился, оказывается. Вот оно что. Собаки еще удвигаются. 31.86 по лимиту. Оп, чуть в Иммортала не попал. Ну, чуть не считается, не попал все-таки. Еще 10 роучей Кла делает. Сильный. Ну, почти попадает. Гагенчик Hellraiser пишет. Вторая карта, Блач, Hellraiser, поехали, ребят. 1-0 Бла ведет, Hellraiser умудрился проиграть Нистику 0-2. Кстати, Нистик он зерк тоже, по-моему, насколько я помню. Итак, Hellraiser решил рез играть с Блаем, кстати, на этом турнире законом не запрещено, как говорится, катать два раза подряд на одной и той же карте. Бла 1-0, поехали. Бруклин, здорово, здорово всем, пацаны. Twitch Good Game, все плееры врублены, помните об этом, я пилю рекламу, поэтому смотрите ее, отключая блок, либо не смотрите, подписываясь на премиум, ну и поддерживайте, по возможности, меня и мой канал. У нас OSM Masters, я что-то все группы подряд стримлю, и завтра четвертую точно группу постримлю, стопу дняк, я вам отвечаю, просто чисто отвечаю. Почему? Потому что она в час дня будет, а в час дня, ну это стопудово, я буду стримить как бы. Днем я привык уже стримить, а вот вечером мне не очень привычно сейчас уже. Так. Ага. Угу. Ага. Ема дворочные поперли вообще. О, завтра, кстати, европейский код в 20.00 будет такой от Бестрейд, как сегодня был. Ну вот насчет завтрашних 20.00 я не знаю, буду стримить или нет. Посмотрим. Не обещаю. Но постараюсь. Так, смотрите. Ух, вот это Блай. Вот, ай да Блай, ай да сукин сын, что называется, ребятки. У Hellraiser Nexus первый, между прочим. И Блай приехал, пока Hellraiser не видел его. И вот что сделал просто на мейне. Опа, пробочка на газ поехала. Hellraiser очень сильно повезло, что он хату заметил. А заметил ли он ее? Вот сейчас он ее точно заметил. Блай попытается сгрызать. А, Hellraiser не видит до сих пор ничего. Вот он дает. А зря он ничего не видит здесь. Ведь это сгрызали те самые. Он патрулирует треть. Прикиньте, Hellraiser походу не видит, что у Блая хата там. Ну давай, королеву надо строить, да собак здесь тоже.
Собачки строятся вовсю. Hellraiser поехал. Все, хату теперь он обнаружил. Точка сбора назад поставлена. Здесь батарейки надо делать обязательно, конечно. Пробочка стоит, ее не мешало бы сгрызть чем-нибудь, чтобы не видел Hellraiser. Полный там у Лына была или не полный. Ну, Блай предпочитает все бросить в атаку сейчас, как вы видите. Здесь полная стенка, абсолютно полная. Дроп-овер есть рядом с мейном там. Королева готова. Нам нужна инъекция, пацаны. Инъекцию кидай, Блайчик. Собачки вниз побежали. Королева разводит. Везде батареечки делаются. Собачки прям в лоб прибегают сюда. Будет передропом Блай заниматься? Или чем Блай будет заниматься? Или не будет передропом Блай? Передропом Блай занимается. Королева пришла уже в минеральную линию. Здесь собаками Блай отвлек Hellraiser очень сильно. Кровки уехали. Добычи вообще фактически нет здесь. Новые линги выходят. Но что делать с двумя батарейками? Я вообще хз. На, пилон отключить, Блай, пилон отключи. Кого ты там грызешь-то? Пилон Блай отключает. Блай понимает, где здесь самое уязвимое место у Протца. Пилон отключен. Неужели 2-0? Похоже на то. Пилон минус, ребят. Надо пробочек подрезать. Собаки в мейн побежали, в рабочих, там грызет рабочих, Блай. Так. И здесь, вот если здесь пилон упадет, то это все, ребят, это печаль вообще полная, по-моему, будет. Ну, Hellraiser пилон перезаряжает очень активно. Ну, не так-то просто его оказалось перезарядить, даже двумя батарейками. Пробки унижены. 20 на 50 по лимиту, просто жесть. Не надо давать Блаю хаты на мэне делать, ребят. Вы сами все видели, это крайне опасное занятие. Хаты Блаю на мэне давать делать. Блай 2-0 Hellraiser заминусовал сейчас. Есть сетка, ребята. Hellraiser игрок украинский. Блин, я почему-то думал, что Hellraiser вот сейчас уже с батарейками должен отбиться. Но нифига что-то. Батарейки можно отключать. Батарейки можно вырубать. Что, собственно говоря, Блай сделал. Нерш-пингвин, нистикас у нас бьется. Дальше не очнись. Кас Блай у нас будет, кстати говоря. Такой Блай свалил куда-то или нет? А что Блай свалил там? Ему здесь надо с касом играть. Ну. Что, до сих пор не совпадение с американским сервером версии? Что за хрень, ребят, я не понимаю. Почему до сих пор-то не совпадение евро-версии? Чушь какая-то. Ну ладно. Да иди ты в попенцию. Качаться что-то начало, смотрю. Вот Лунетыч. Не разговаривай с ним.
Так, поехали. Пришел на Америку, блях. А на ней никого нет. Просто молодец я, короче. Кстати, какое-то там техническое обслуживание запланировано с 21 до 22, я смотрю. Начинается ботвистика. Да не пойти б тебе в попенцию. Почему уже 3 дня эта хрень творится, ребят? Не можешь что-нибудь объяснить вообще, не? Во, наконец-то что-то началось. Надо зайти, выйти, потом только что-то там обновление какое-то будет. Я бы тоже с 7 на 10 не переходил бы, но пришлось, потому что система новая там и т.д. Так, Нирс Пингвин. Ну что, Блайкас, следующая пара у нас будет. Это третий раунд уже получается. Нерч Нистик. А, Нерч Пингвин. Нерч Пингвин еще бьет. Кас, видимо, с Нистиком бьется все еще. Ну, где он там? Я хз. 4-й раунд. Hellraiser Кас будет. Да я хз, в чем там прикол, если честно. С этими обновлениями всеми, ребят.
Ну, в чем-то ждем, ребят. Я пока на американский не иду, сервак. Да, касс пока не видно здесь особо. Кстати, должен я вам сказать, что прям последнее время онлайн, как Free-to-Play StarCraft стал, онлайн больше людей стало у меня в френд-листе тут сидеть регулярно. Сейчас я домой пока позвоню, пацаны, и вернусь к вам. Так, ребят, все, я позвонил домой, все нормально. Короче, на Америку иду. Версия опять-таки, ребят, короче, знал я, что на Америке надо сидеть, но, блин, вышел с Америки, вот вам результат в итоге. Там обновление началось, что за обновление? Почему двое суток подряд, ребят, обновления-то, ну, какие-то разные везде стоят, я чуть не понимаю вообще. Здорово, шайба.
Говорят, что должны Кас играть с Нистиком. В общем, ребят, ожидаем Каса, Нистика, кого-то, блин, мы ожидаем, что Касблай надо стримить, я, ну, а что-то пока ничего не происходит, и Кас в игре, похоже, а Нистик, если Зерк, может долго быть, если Кас там еще в мех в особенности играет. О, 2-0 Кас, Чарм-Кварк. Все, отлично. А где Кас? Кас 2-0 выиграл. Подумали, что Нистик выиграл. Так, ребята, опять я выхожу. Я даже сцену вторую оставил, чтобы вы видели, а не черный экран, а как я тут эти версии переключаю постоянно, потому что вы видите здесь косяк. Папен. Сейчас-то запустится. Просто я сейчас задипаню, блин. Можно было бы как-нибудь, я не знаю, вручную эти версии там менять, чтобы, блин, запускать какую надо, а не автоматом. Потому что этот конфликт постоянно идет между серверами, не печальный. Либо как-то они синхронизировали. Вот что он хочет?
Вообще StarCraft не понимает, что ему делать, походу. Не, в Dota не играю, в Fallout играю, бывает. Ну, слава богу, ё-моё. Я на Европе. Так, да ну тираник, я играл где-то пару недель назад, от полтора месяца до пару недель назад, месяцок поиграл, игр 20, может, сыграл, мне она уже надоела. У меня было где-то год назад такая хрень, я что-то начал, поиграл и потом удалил нахер все вместе со Steam, сейчас тоже со Steam нужно что-то там Fallout запустить, еще что-нибудь, как бы, такая, это лажа вообще, честно говоря.
Так. Зашел на стрим Кривера, меня стримит, но на самом деле я предупреждал всех, и Майкера тоже, что предупреждение дали, что уж есть много стримов, откуда можно рестримить, как, чтобы меня не рестримил. Ну, Абер Леха стримит, смотрю. Дело такое. Так, ну все, готовятся начать, пацаны. Третий тур. Каз Блай, Бо 2, Нерч Нистик, Пингвин Хеллрейзер. Также там будут играть. Наверное, все по чуть-чуть начинают. Потом Блай Нерч, Каз Хеллрейзер, счет 5, и Нистик Пингвин. Ну, там почему-то на мейнстриме Нистик Пингвин стоит. Я, конечно же, Хеллрейзер Каз, наверное, постримлю. Ну, или Блай Нерч, не знаю. Посмотрим. Где взять репки Дарк? Откуда я знаю, где взять репки Дарка? Где-нибудь, может, кто-нибудь выкладывает их, я не знаю. Ну что, поехали, ребятки. Поехали. Только это не Бо 1, а Бо 2. Соответственно, все, 0-0 счет. Да, все работает, все идет. Каз против Блая. Первая карта — битва на променаде. Битва на фрейте, мне все выносит от названия, конечно. Битва на променаде. Битва на прогулке, короче. Прогуливаешься и бьешься. Каз играет почему-то без депошки в стенке. А, здесь, наверное, жирными двумя зданиями. Ну, а смысл жирными тогда? Придется одно поднимать, пройти захочет. Почему депошечка за минеральной линией? А, барак вообще тут не на рампе. Даже Каз без застройки играет, как вы видите. Блай играет пул первый. Блай решил пул первый сыграть. Ну, что могу сказать. Не знаю, насколько окупится его стратегия. Но вообще, учитывая, что у Каза стенки нет, нужно полным первым забежать будет. Попробовать. Так, почти. Игра приостановлена. Каз паузит. Почему? Что это? Лагает, говорит. Чё у Каз на Европе-то лагает? 60 пинг у меня, нормал, все вообще. Игра возобновлена. Ушел только Каз, вы видите, что делает Блай, неспроста он пул первый играл, это Роуч Ворон после пула первого. Рипер вперед летит, ну, надо королевой его встретить обязательно, потому что Каз Роуч Ворон заметит, он отобьется. Не заметит, ему будет тяжело.
Пристройка завершена. Пристройка завершена. Улучшение командного центра завершено. Кому навешать? Тут уже развязка, ребята, идет игры, пока я отвлекаюсь. Блай пришел касса пушить. Бункер-то надо Блаю давать достраивать кассу. Ответ очевиден, не надо давать, если он победить хочет. Так, Реводжера сможет отменить козла? Нет, смотрите-ка, не отменил. Ну, в итоге что мы видим? В общем, Блай нанес урон кассу, 8 КСМ убил. Причем очень серьезный урон. Ну и у касса так все ситуация. Из положительных моментов можно здесь подметить то, что у касса Steam почти готов. За фаербулил Блай все-таки депуху. Пытается ЦЦ-ху тут фаербулить. Ну, ЦЦ-ху, конечно, не погибнет. Может быть, лучше реводжерами-то уйти. Овер сныкался уже практически. Ему сюда куда-нибудь улететь было бы неплохо, да, Блай туда и летит. И реводжерами ушел. Кас по экономике печален. 22-34. Третьей цехи нет по рабочему. Единственное, технологии Steam, да. На Steam надо не проморгать какие-то врывы, потому что у Блая даже скорости собакам нет. Он, то есть даже собак, если закажет, они не особо ему в бою помогут. Вот в чем печаль вся. Пытается тут кроссовера Блая поймать. Убил все-таки оверка. Подождите-ка, что вообще опять происходит? 5 роучи, 4 реводжера от Блая. Они куда-то тут вперед было пошли, потом отступил Блай назад опять же. Лейером у него и не пахнет, зато 45 дронов на 30 КСМ ситуация. Ну, это хорошая ситуация. Ай, Блай, про... Один фаербол про... Погодите, 2 попало, 4. 2 попало, 2 не попало. Попал бы еще один, и Блай минуснул бы, между прочим, медивак. Смотрите, какой он демедженный. Кассу очень сильно повезло, что он смог уйти здесь от Блая фаерболов. Разгружается Касс, Блай пытается законтролить, где же стоит Касс. Вот он сейчас собачками обнаружит. Собачками надо отступить назад немножечко. Реводжера Роучи, с мейна надо их вернуть. Медивак Блай пытается подрезать дамаженный, но не так просто. Просто это оказалось. Ну, вот второй подрезал нормально. В общем, пока Блай все сдерживает здесь, причем прекрасно это все дело сдерживает, я имею в виду касса агрессию. Делается лейер, делается макрохатка, лейер уже готов, точнее даже. Скорость роуч в инфестейшн. Мне показалось, сейчас можно попробовать, например, на лингах реводжерах выйти, но зачем выходить, если в принципе у Блая все хорошо и все качается. Блай не видел третьей ЦЦ-хи у Каска пушу, то есть он не знает вообще, что там Кас делает. А Кас делает выход с двух баз, похоже, потому что третью, ну, возможно, во время выхода третья будет заказана. Вообще, так-то экономика у Каса очень печальна. Кстати, у него два барака работают, только третий сейчас добавляется. У Блая там уже четвертая хата, и дронов уже 60 сейчас будет. Единственное, по грейдам Блай, как обычно, не любит там два эволюшена, он с одного делает. Где, кстати, вообще эволюшен находится? А вот он на мейне находится, все нормально.
4 инфестера у Блая. Четвертая хата строится. Вторая броня в эволюшну. Второй эво пошел на мэни. У Кас тут такая группа ударная готова. Бараков 5 сейчас станет в ближайшее время. Пока здесь пристройки доделаются вот на этих двух. Пока они начнут там что-то строить. Кас уже может этот, вот эту армию просрать и ГГ написать, в принципе, вообще. Здорово, Digital. В общем, на Twitch всем привет. На СК давайте и на Good Game. Всем здрасте. Забегание очередное от Блая. Кстати, Микоста сейчас из закопанного положения ведь не кидается, получается. И поэтому надо аккуратнее Блая быть. О, у него какое интересное здание уже строится. Ультралис Кеверн. Я бы сказал, ну не супер ранний он, конечно, но ранний Ультралис Кеверн у Блайчика. Кас делает выход. Блай видит выход этот. Медиваки можно фаерболить. Ой, танки предпочел Блай кинуть. Ну, кстати, медиваки скорее бы на мулю бы ушли всего. Инфесторы слиты все. Вилл пока сражается, но недолго без Каса осталось сражаться. Фаерболы падают, по медивакам попал один, по медиваку по одному, а нет, вот поэтому тоже, да, 60 фаербол. ГГ Кас пишет, ребят. Это первая карта у нас, да, получается, была, или авто... Дай-ка я счет посмотрю. Да, это первая карта у нас, получается, была, вторую ждем. Ожидаем Блая. Блая пока нет, ребят. Ну, сейчас зайдет. Интересно, как там у Hellraiser дела, ребят? Кто-нибудь следит там за этими моментами? Hellraiser, Пингвин. У нас матч, Нерч, Нистик. Ну, поляки стримят, Нерч стримит себя. Также там Индия есть, которая тоже наверняка Нерча стримит. Вот. Ну, значит, Касса, точнее, Hellraiser, наверное, никто не стримит, скорее всего. Я смотрю, у всех там логотип этого. Поищу-ка я. Чтоб не быть не очень пацаном. Блин, ну ныть-то можно, как бы, ныть не запрещается, понимаете. Не запрещается также и играть хорошо, конечно, но не у всех получается, к сожалению. Вот Блай 1-0 повел, ребят, поехали. Готов.
Кстати, у Азулиса какая-то задержка более крупная здесь. Я вот не знаю, у него, по-моему, 3 минуты, что ли, зачем такая гигантская. Так, ну что же, о, Special Tactics от Блая. Блин, ничего себе, Блай Монстрит, посмотрите здесь, в своем стиле. Блай ставит 17-ю хату, газ-пул, второй газ, роуч-ворон сейчас будет заказан. Кастрипером, конечно, вперед полетел. Ну что он здесь обнаружит-то? По-моему, и даже то, что он здесь обнаружит, его не спасет совсем. Блай видит, как Рипер сюда летит, заказывает собак. И здесь будет пуш-роучи реведжерами вот с этой хаты. Здесь еще и добычу можно начать. Понятно, тиран выселит зерга, если здесь отобьется моментально. Достаточно один танк сделать, и все будет прекрасно там. Так, прилетел Кас Риперосом. Начал прокси проверять, где там прокси-то. В кармане прокси, дружок. А видит Кас прокси? Ничего пока не видит он. Так, все, Роуч Ворон готов. Почему не понял этот? Почему ничего не происходит-то? Три Роуча заказано Блаем. Бункер Кас на ХГ делает. Проверяет Кас, что там происходит. Кстати, заказан циклон. Не, здесь, по-моему, Кас отобиться должен. Так это или нет, не знаю. Роучи отступают. Реводжер... Точнее, Роуч подходит, делает Блай реводжеров. Ну, тут аккуратнее надо Блаю, абсолютно точно. Одного Марика Блай заминусал. Есть циклон. Факторка улетает делать этот, как вы видите, лабу. Но прикиньте, сколько Кас будет без лабы вообще. Я не знаю, зачем Блай пытается ЦЦ-ху здесь брить, если можно просто депохи гарантированно сбрить, и будет прекрасно все у Блайчика здесь. Депошечка падает раз. Фаербула еще по депошке. Рипера подрезал. Саплай блок у Каса. Танк не заказать. Из-за саплай блока сейчас никак вообще. Есть газа очень много. Фаербулы делают, падают еще. В бункере 4 сидит Марик, как вы видите. И Рипер, по-моему, да, там в бункере сидит. Барак практически упал, Касовский. Танчик заказан, но спасет ли сейчас танчик вообще Каса? Я вот что-то не уверен. Блая нужно бункер идти вскрывать, по-моему, и не париться вообще. Потому что если танк будет, то Блая забуксует пуш здесь, и я не знаю, что он ждет вообще. Может зайти на ХГ? Блай досиделся, что у Каса танк. Ну ёпарасоте, ну блин, ну нахрена это делать? Так, в хат пошла. А, Блай не собирается улынить. Вот оно что, оказывается, тут у нас происходит. И по танчику, и по бункеру Блай прилепил сейчас. Еще сейчас три роуча выйдет. А, кстати, вот если этот бункер убить, можно что будет сделать? Так, один бункер Блай убил уже Кассу. Второй пока живой. Не, ну это наглость, слишком наглость, конечно, со стороны Блая. Кассу контроливают, уводят реводжера. Фаер... О, этот, можно потрансюзить роучи немножечко. Будет Блай заходить на ХГ. Можно еще реводжеров сделать трех. Зайти, выбить бункер, выбить танк просто демеджем потом. И все будет нормально, по-моему, даже. Либератор прилетел, приятного мало, но Блай убил его быстренько достаточно. Здесь 4 дрона уже добывают. Я не знаю, почему Блай не пытался развалить кассу. Вот сейчас уже 2 танчика здесь, и, ну нет, против двух. Калинсант поддержал ваш канал на 10 тысяч рублей. Опа, Калинсант, да это нормал. Спасибо тебе, ты как обычно. Метко все делаешь. Спасибо, братюнь, большое.
67-53, Блай дома базу начинает добывать. Почему бы и не добывать дома базу? Так, дронов уводят. Решил, что здесь пора закругляться с добычей, короче говоря. Прокси добычи. Еще 3 реваджера Блай делает. А где все оверы? А, Блай всех оверов увел. Лейера у Блая нет. Ну, надо на халде тут стоять. Надо кассу базу не давать как можно дольше. Дома надо развиваться, я не знаю, эволюшн сделать, грейды какие-нибудь начать делать, в конце концов. Сделать бейнов там, сделать покатушки бейном. То есть, вроде касса живой, но посмотрите, как здесь вообще жесть какая. Блай приходит золото от контроля, здесь ТЦ как раз летит. Опа, она, вот она вылетела. Так, опухоль атакована. Касс с этим, Рейвеном хочет спуститься, сейчас смотрите. Не, ну дружок, тут так не спустишься прям наглую. Хорошо, сейчас кассу контролил. Зря Блай всех оверов увел. Сейчас кассу можно было танки подловить на вот этом сидже, который он здесь делает. Очень наглым, я бы сказал. И зачем Блай отсюда рабочку увел, тоже непонятно. Здесь можно было еще добывать и добывать еще вполне себе. Долго. Так, здесь Кас выбил камни. Ну, камни камнями, а реваджеров-то кто накажет вообще за вот этот вот харас весь? Марики на стиме. Марики без стима пока. Танк может сбрить, Блая, попытаться. Не хочет пытаться сбрить танк, потому что другие танки... О, там 4 танка. Не, опасно, опасно. Спасибо, короче, Калинсант. Еще раз спасибо всем за поддержос. Большое. Завтра группа D будет данного тура, но там наших игроков не играет. Сегодня я не знаю, во сколько я спать лягу, поэтому завтра могу сейчас не постримить данный турнир. Вечером там постримить, например, что-нибудь могу. Посмотрим. У Ка здесь в кармане все убивает. Блай лингов заказал. А нафига он лингов столько заказал? Я чуть не пойму. Кас видит, что вообще Блай тут заказал собак, например. Я подменил на месте Блай, это же потерянные ресурсы просто. Каса, кстати, больше лимита стало, боевого больше, всего больше. 16 дронов Блай там делает, здесь все отменил. 16 дронов в кармане, инфестейшн. Инфесторы будут или нет у Блай? Ему, вот сейчас Блай может доиграться, почему? Потому что он не делает никакого боевого лимита, вообще никакого. А почему он такой беспредел делает, я не знаю, если честно. Калинсан сегодня единственный, кто поддержал пока. Я так понимаю. Не проверял сегодня, что-то сегодня не было. Но я днем на самом деле недолго стримил, наверное, бомбило, короче, вообще. От Зеста игр. Так, у Блая есть. Смотрите, у Блая одна броня есть, у Каса одна атака. Но Блай делает 2-1 и хайф, а Кас вообще ничего сейчас не делает. У Блая, кстати, выход в ультру идет. Я здесь уже понимаю его направление мыслей, как бы, и развития событий. Весь центр в крипе, есть инфесторы. Блай здесь пытается мариков отгонять. Кас прям в наглую уходит, убивает, и танки вперед пошли. Ой, если Кас до придет ультры, это жесть будет на самом деле. Блай придет... 12 оверов. Блай болен, что ли? Куда ему столько-то? Зачем 12-то вообще? Ну, сейчас, посмотрите, Кас идет вперед, а Блай не видит, как Кас вперед идет. И печаль, делает роучи 7 еще. Просто все ресурсы в оверов вложил. Блай, нахрена вообще он так делает-то? Приходит Кас без медиваков, его армия вообще сейчас самое удивительное. Заходит на третью. Блай видит, как Кас заходит? Видит. Так, один танчик подрезал. Марики на стиме. Заходит Микос по марикам, попер. Фаерболы падают. Роучи вышли новые. Реваджерами надо как-то отфаерболить центр танчиков. Блай пытается фаерболить центр танчиков. Выкидывает инфеста Теренов. Убьет. Да, убивает танки, убивает мариков. Это минус.
А что это за выход? Без медиваков, без всего. Счет 1-0 пока что, ребят. А вот сейчас он может стать 2-0. Эй, 2-0-то. Еще нет, 2-0. Ультралиском Грейд пошел на броню, на панцирь. Бла идет в атаку уже. Здесь еще Токас разгружается, загружается. Чисто, блин, выход без медиваков вообще, это как? Вот реально, если бы Каст нормально с медиваками вышел, аккуратненько сиджился, ну вот, не всеми, а по чуть-чуть вперед, вот эту базу убил, потом сюда подошел, я вообще не смог отбиться, там танков штук 8 было, плюс там было много мариков, но они вообще без медиваков были. И вы видели, что произошло? Так, трансфьюз в ультрал кевер надо делать, Блаю. Он хочет его отбить. А, ну хотя Кас не стал, в общем-то, его пробивать. ГГ, Кас пишет Блай 2-0, ребята. Блай 2-0, и дальше нам надо что-то решать, что смотреть. За смайлик спасибо, кстати говоря, этому. МА-98, товарищу нашему, что сделал. Видите, все по-своему помогают, как бы. МА-98, вот смайликом помог, например. Так, ну все, Блайна победона. Победил. Опять ниндзя хата зашла. Прикольно очень. Так, Нерч Блай, Нерч Хеллрейзер. Что у нас там дальше? Четвертый тур. Блай Нерч. Ага, все, кстати, ждем. Кас Хеллрейзер. Кас играет с Хеллрейзером. Интересно уже. Давайте там другой матч будет стримить. А я в кассу Hellraiser ворвусь. Нерча с Блаем постримит кто-нибудь. Я думаю, касс Hellraiser поинтереснее будет нам. Так, ребят, что я быстренько позвоню вам. Все. Ой, не вам, вам, а человеку, и к вам вернусь.
Фулгоре переподписан 23 месяца. Все, ребята, я здесь, Фулгорыч пошумел, спасибо, Фулгорыч. У тебя автоподписка там была когда-то. Так, пробочка ездит, поднапиливает. Хеллрейзеровская. Касс развивается стандартно. Газбарак, Рипер, ЦС-шечка, факторка, сейчас реактор будет. Вот. Как я не люблю, когда реактор так ставят. Это ж просто жесть. Ну что мешает барак сюда поставить и реактор сюда? Ну ведь будет удобно ходить и здесь, а так просто вот так вот юниты всегда ходят, короче. Всегда. Что-то везде тут Hellraiser Cass напиливаю. А, уже и КСМ-ку Hellraiser Cass успилил. Вот дает. Зака. Не, ну если вторую Hellraiser запилит КСМ-ку, ребят, тут и ливать можно просто. Пригорать и ливать. Я уже рассказывал, как давно более ноунейма пару раз выигрывал. Игрок нормальный был, ну вот бывало, что горел иногда там и не везло на ладере. Один раз на турнире просто. Тираны любили делать там 1-1-1 или как-то обманывать, например, просто. То есть делать стенку раннюю, барак депоха, вторую депоху заказывали, но не достраивали как бы до конца, ж просто разведка не проходила, да? Вот. Я приходил пару раз на разведку, начинал пилить депоху, а ее когда заказываешь, у нее только 40 хп там, или 45, короче, когда вот только заказывается она. И по ней дэмэдж как бы, ну, не 4, а 5, то есть брони нет у нее. И я депоху первую спиливал вот эту пробкой, как бы он ливал. Вот это что-то, когда пробка 2 КСМа убивает, это по потерям также примерно. Это в начале, на самом деле, не очень хорошее развитие. О! О! Слушайте, а Кас, по-моему, здесь чудить начал вообще. Кас начал чудить, у меня такое ощущение возникает. Рева ли стримить? Ну, здесь никто не стримит, Куспали стримит маленько. Вообще, я думал, что он Блая, как бы, кроме меня не стримит. Я имею в виду, я думал, что он за Блаем там хочет следить, как зерк. Вот, ну, если Кас Hellraiser интересно, пусть посудит. Ну, тут Кас чудит, реально чудит. То есть, тут, посмотрите, что творится. Тут масс-мародеры какие-то, что за бред вообще? Третья ЦЦХ, это, может, это бот? Это бота завезли на какого-то, я не знаю... Сюда вообще. Что это за билд-то такой? Может, Кас уже протестует, там, я не знаю, как это, типа, как голодовку объявляют некоторые. А Кас вот так вот делает. А Кас у нас мародеров играет, там, я не знаю. У Hellraiser Blink. С другой стороны, 6 мародеров, сталкеров третьих вообще распакуют. Ну, с геликов 4 штуки есть. Ну, Hellraiser Апсом сейчас их спалит и поймет, что творится. Дестабилизатор бомбит, просто стабильно летает.
Так, а что сталкеры тут? Все, пилон, посмотрите. Пилон не прикрыт, сталкеры, касса идут сюда на третью базу. Хеллрейзеру просто... Ой, сталкеры, мародеры, я прошу прощения, конечно, мародеры. Стим будет? Есть стим. Какая ошибка от Хеллрейзера? Не, касс не протестует. Касса билд вообще заходит, что самое удивительное. Сталкеры идут на мове, это вообще дичь какая-то, ребята. Третий Нексус надо эскейп уже жать, что и делает Хеллрейзер. Все, что нужно было Хеллрейзеру, увидев этих мародеров, сталкерами просто, вот, когда они сюда зашли, надо было обойти и в спину им зайти. И то это плохо. Надо было, как сталкера этих мародеров увидел, сразу сюда отойти. 4 сталкера, 3 гейта до варп, 7 бы их было, плюс батарейка. Ну, даже без батарейки 7 более-менее. Они, конечно, проиграют стимленным мародерам 6 штучкам. Вот, но в чистом поле, но тем не менее они хотя бы разменяются более-менее с ним. Так, мародера дестабилизатором Хеллрейзер забрил, 4 пробки потерял, третьего Нексуса в итоге нет, ресурсов дофига, но все равно как бы и рабочих больше, все больше. Гулцы. Денис, у тебя еще какая-то травма детства, что ли? Чего у тебя все говном-то пахнет? У тебя, походу, какая-то там это... Какой-то говноком... комплекс говна или говнокомплекс. Так, взрывает там дестабилизатором все еще Хеллрейзер, залетает в кассу рабочих, пришел на третью цеху. Выпилил все, что там добывало. У Каса какая-то странная группа, 2-3 мародера, пару мариков. А чё Хеллрейзер заблинкался? Если бы он по одному сталкеру блинкал бы сейчас, он бы просто клан бы все забрил бы здесь. Вот дестабилизатор сзади подошел, минуснул, 3 сталкера до варп. В это время контр-дроп со стороны Каса, короче, везде какая-то дичь происходит. Сталкеров Хеллрейзер телепортнул, но только 5, по-моему, или сколько он, да, 5 телепортнул. 5-5 достаточно сталкеров, чтобы подбиться. 1-1. Так, а почему Хеллрейзер не хотел сделать, точнее, открыть эти гейты, например, из гейтов, варпануть и добить здесь все? Я не знаю, почему он не хотел, для меня это загадка. Ну, вообще, короче, смотрите, у Касса как-то здесь все криво очень, то есть строится. Хотя, не, вроде, продакшн сейчас наладил, но как-то юниты бегают, это видно, вот все как-то, ну, не знаю. То есть немножечко Касс... не догоняет, где здесь Хеллрейзер словить. То есть первые мародеры зашли нормально. Но вообще какой-то билд очень-очень странный. Очень странный. Получился. Лайзера нельзя болеть, там за всех болеют в голосовалке. У Касс плюс один только доделалось, у Хеллрейзера 2-2 апгрейды делают. Еще, ладно бы вот этот билд был как-то со мной инженеркой, чтобы 1-1 быстро сделать, допустим, потому что отставание. Как дестабилизатор заходит? Это просто... Хеллрейзер и дроп испалил Касса! Раз, два, три. Ну это ГГ, ребят, тут смело можно ливать на самом деле. Хеллрейзер еще и отблинкнулся, мину убил. Просто 3 дропа Касс нам увеслил. Ну это какая-то жесть вообще творится. Так можно и приуныть. Пошел третий пилон. Третий пилон. Третий, четвертый цеха и четвертый них с третий пилон. Я что-то заговариваюсь уже. Сопронорос переподписан 20 месяцев. Хеллрейзер тоже прикольно залетает, бывает. Но это мелочь по сравнению вот с этим залетом Касса, конечно. Тут 3 медивака вообще в никуда. Хорошо не полные были вообще. Хорошо не полные были. Так, пятихатка на СБЕ прилетает. Помощь, которому спасибо за стримы. Кандал 9. Или Кандаля. Кандаля. Почему Кандаля? Спасибо. Спасибо тебе. Сап.
Франчик, спасибо, всем спасибо. 2-2 у Hellraiser, а Immortal со скином с этим какие-то уродливые, на самом деле. Мне вот эти Immortal скины не очень нравятся. А как у некоторых там есть, так они на сталкеров похожи очень, эти скины. Сколько скинов? Вот я помню, стандартный скин Immortal, этот скин, на сталкера похожий скин. Короче, 3 точно, я помню, может больше даже есть вообще. Так, Hellraiser решил, что ТП домой будет более приемлемым решением, чем там отбиваться. Белки прыгают на четвертую, здесь рабочие под ударом, кстати, 5 рабочих уже Hellraiser кассу сбрил. Такая группа мощная пришла в оборону. Но Hellraiser зелков отводит и правильно делает, нечего им здесь ловить. Даварп зилотов на дальнюю базу идет, здесь... Так, касс выходит. Тут очень много кассы, здесь зелки тоже не помогут. А телепорта, между прочим, нет пока. Потому что только что недавно Hellraiser его использовал. А он, у него перезарядка, он же кулдаун, идет 129 секунд, то есть 2 с небольшим минуты. И после всего вот всей этой игры, все начало, умудрился касс по лимиту в плюс выйти. Что творится-то вообще? Hellraiser круто захарасил кассы, везде развалил, но... Нужно же точку в игре когда-то поставить, нужно же когда-то добить касса. А добить у него ничего не получается, касса вообще никак, если честно. Ну это какая-то дичь. Вот Hellraiser пошел в атаку наконец. У касса все хорошо, юнитов очень много, но у него нет юнитов, которые эффективно с архонами дрались. Но касс архонов таким образом повел. Ой, Hellraiser таким образом архонов повел, что они криво дерутся. В итоге еще и Hellraiser здесь разваливается в хлам. Ну жесть вообще. Касс уже перевернул игру фактически. Да, Hellraiser чуть больше лимит. Хотя, в принципе. Блин, и 3-3 он не дождался, вот только третья броня сделалась, и третья атака доделывается, как бы. Никсуса везде ставится, да, по лимиту более-менее ровно пока. Да, у Hellraiser есть технологии, но он уже давным-давно касса мог сбрить, но тут какая-то непонятная вещь какие-то происходят в данный момент. Так, у нас Нерчблай еще играют сейчас. И Нистинг Пингвин нам не очень интересно, хотя в целом в плане групповой вот этой вот темы интересно это достаточно, но... Так, смотрю, в последнем туре, что смотрите, Нерч Hellraiser, Кас Пингвин, Блай Нистик, даже не знаю, что скинуть. Кас Пингвин, Блай Нистик будет играться на американском сервере, поэтому я думаю, Нерч Hellraiser я постримлю, так как... Ну, так как Hellraiser там играет, и на Евро будет, и Нерч сильный, и вообще интересно посмотреть. Так, 176-186, ребят, Hellraiser Warp, экономика хорош, то есть Hellraiser все-таки тоже экономика спасает вообще. И единственное, что вот он только-только шторм недавно сделал, и почему-то он не хочет колоссов микс добавить, не понимаю, почему колоссы здесь... Хотя здесь столько мародеров, даже не знаю, нужны ли здесь колоссы. Вообще парочку штук могло бы помочь. Так, заходит Hellraiser, Либератор сбрил кассу, есть шторм. Тут и ИМП есть. Уж опасно на ИМП заходить. Этот один парень может просто бой либо заруинить для тирана, либо вообще в плюс вывести. Потому что если правильно ИМП попадет, то будет все хорошо. Так, здесь зилки спасают пробок своими телами. Один зилок минуснулся. Надо подблинкнуться, минуснуть Либератора. Hellraiser блинкается, минусует Либератор. Так. Чусикас не нагловато ли будет? Выдает. Нагловато, но...
Ну а ЕМП, вы видите, ГОСТ, батюшка просто. Батюшка ГОСТ, ЕМП просто бомбанул. Сейчас ЭКАС все убивает. А есть Хулрейзер вообще шторм еще? Да, есть штормовики, значит он выдержит. Слепок не было, КАС бы сейчас одной волной был, это мог пойти и сбрить вообще. Но так как шторм есть, я думаю, Хелрейзер сдержит этот прессинг. Гастов у КАСа... Так, а где они, 8 этих гастов? Где-то рядом они, да, вот ходят. Так, КАС забирает медиваки. Часть полетела наверх, разгружается. Пробка, которую они уходят ставить, сейчас все спалят. КАС с Хелрейзера лезет, Корпсталкера теряет, получает... Точнее, не получает, КАС ЕМП пытается скинуть Хелрейзера, от блинк назад делает и... спасается этим от блинком назад. Пошла атака, которая станет, возможно, последней в этой игре, потому что Хелрейзер разваливается, я вижу, ребят. КАС пришел, забирает. Ну, это СНГ, StarCraft, бессмысленный, не бессмысленный, но беспощадный точно. Не бессмысленный, но беспощадный, потому что Хелрейзер уже там 500 тысяч раз выиграл, но... умудрился подслить, то есть хочет затянуть игру, но не может как бы четко сыграть почему-то. Почему, я не знаю. Вторая карта нам нужна. Ну, считаю, что на такой стадии либо колоссов надо делать, потому что с ними проще как бы с био отгонять под либераторами, а не хоть с плэшом. Они даже не с плэшом, а ренжом отгоняют, если чистой землей, например, воевать. А еще лучше в темпест выходить. Ну, тут у Хелрейзера ни того не было. Либо надо делать постоянные в тыл тирану залеты, то есть там с призмы на мейн наварпать, куда-то еще забежать там. Ну, не на планетарку, только ни в коем случае. Зилками, например, отвлечь тирана. И в лоб драться, там позицию постоянно занимать. Гейтовым мясом это очень тяжело. Там постоянно контроль нужен. Именно видеть, как либераторы разложились. Не давать им вплотную тебе подойти, как в последнем бою получается. Не давать... Да много чего там не давать надо делать. Штормы накидать, когда нужно. Там вовремя вперед пойти, блинкануться, словить тирана. То есть это такие микромоменты и... И бакро, и микро. Так. Так, а куда КАС-то делся? Куда Хелрейзер-то делся? И что происходит? Не понял я, куда Хелрейзер ушел. Ну, значит, мы не посмотрим. Не посмотрим мы, ребят, не от Хелрейзер, а жаль.
Ну, Каса Пингвина, что ли, посмотреть-то надо, я не знаю, или Блая Нистика, кого там смотреть. Это на Америку надо идти. Дайте-ка я на Америку схожу. Уинтера 95 поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает, фраза, которая еще долго будет звучать в моих ушах Поми, это СНГ StarCraft, не бессмысленный, но беспощадный, ДД. Спасибо, Винтере, тебе большое, ну правду сказал, что тут стесняться-то. Так, сейчас еще топ-2 нам добавить. Спасибо всем за падежос еще раз. Спасибо, короче, ребят, за поддержку. Всем еще раз, Калинсант, отдельное спасибо, как обычно. Вот. Лайнерч идет стрим. Ну, давайте постримим Лайнерча. О, Блай уже 1-0 ведет. Wiadomo, że ulepszenie przez Blaya jest opracowywane. O, jeszcze robi Spire. Tak, tu Blay z pierwszego miejsca wyjdzie, joma. Kombinuje, troszeczkę fejkuje, że niby gra Roach z szybkością, ale tak naprawdę idzie w mutaliski latające. Ładna kombinatoryka Blaya. Pytanie, czy to oczywiście zadziała. Плохо, что Hellraiser ливнул. Это нерчу сразу 2-0. А так, может, карту как-нибудь взял бы. Przynajmniej powinien zamienić tego Overlorda w Overseera albo jakiegoś innego też niedaleko bazy Blaya. No, panie Artur, masz już Lair. No, też robi swoją szybkość, więc... Так, ребят, сейчас мне что-то это... Отойду пока рестрим, ребят, пока не началась следующая игра. Физиологическая пауза мне нужна быстренько, ребят. А вы помните про блок и поддержите меня. Мой канал сейчас я вернусь через минутки 2-3. Есть, добра, есть оверсир робиony. Bardzo dobrze, aczkolwiek nie wiem, czy to też nie będzie troszeczkę za późny zwiat, żeby zrobić jakąś fantastyczną odpowiedź. No, lecisz, 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 zwiat. Bardzo ważny zwiat. Nercia. No, zrobił changelinga, ale ten changeling nic nie zauważył. No, Nercia jednak nie wlatuje Overseerem, więc nie zobaczy, że jest grany Spire. No i... Ale nie, mimo wszystko ma wszędzie spora. Mimo wszystko. A podwójne ulepszenia Hedra Den i Spore.
A, tak jakoś Nercze jednak coś tutaj wyniuchał. Zobaczył, że a jakoś tak mało rołczy masz, panie. Jakoś tak wychodzisz na mapę, coś chcesz, coś nie chcesz w ogóle. Coś tego za mało tu jest. Gdzie są pieniądze, ja się pytam. No i pieniądze są oczywiście odłożone, bo ci najlepsi zawodnicy nawet widzą to, czego nie widać. To jest dopiero myśl głęboka. Czyli na przykład, jeżeli w danym momencie gry, na przykład nasz rywal ma jakoś tak za mało tych budynków, powinno być więcej, to jest spora szansa, że na przykład gdzieś ma ukrytą bazę na mapie, no a tutaj analogicznie w przypadku jednostek jakoś tak za mało chyba Nercie uznał, że ich jest, no i już wie, że to są motaliski. No nie ukrywajmy też, że na pewno zawodnicy w miarę stale znają swój styl gry, no i grają na siebie nie pierwszy raz, więc już tutaj wiadomo, że coś, jakaś niepewność jest w powietrzu i że to jednak będą właśnie mutaliski, pierwszy kontakt, ale póki co Blajni nic nie zrobi, ale tutaj nie jest najlepiej ustawiony ten Spore Crawler, może trzeba drugiego dostawić, póki co królowe bronią, ale Nercze też musi poszanować swoją ekonomię. No i tutaj póki co myślę, że bez ogromnych problemów, o, to by było ogromne, gdyby się to udało zniszczyć Blajowi, no to naprawdę Nercze by ucierpiał, ale już są królówki, myślę, że powinien dać radę to ocalić Nercio. Czwarta baza ze strony Polaka oraz Blaja, dalszy atak. Ale chyba Nercio kontroluje sytuację. Swoją drugą Blaj teraz mógłby tymi roachami na przykład zniszczyć czwartą bazę Artura, ale troszeczkę nie ogarnia. W drugą stronę, no Nercio oczywiście siedzi u siebie. Trochę szkoda, że Nercio nie ma jakiejś jednostki właśnie na środku mapy na dole, bo tamtędy właśnie mógłby na przykład iść Blaj i mógłby go taki atak troszeczkę zaskoczyć. No siłą rzeczy Blaj z racji, że posiada mutaliski, ma o wiele lepszą wizję na mapie, ma tę przewagę pozycji po swojej stronie. O nie, i teraz chyba właśnie będzie miało miejsce to, o czym mówiłem. I czwarta baza będzie mocno zagrożona. No zobaczmy jeszcze na te mutaliski. Jak widzicie, Blaj je tak tutaj ustawia, żeby były jedne na drugich. W ten sposób no, nimi troszkę tak mikruje, żeby zrobiły więcej obrażeń, żeby lepiej nimi atakować. No i właśnie, wychodzi środkiem mapy Blaj. Uuu, kochany. No, to będzie chyba dramatyczny błąd Nercia. Dokładnie. Hydry złapane, no są poza creepem, więc nie są też za szybkie. No, jak widzicie, tutaj jeszcze te mutaliski od pleców. No, od frontu, od pleców, ulepszenia. Lepsze dla Nercia, plus 2 ma do ataku, więcej roachy. Agresywnie teraz Polak. Jednak trochę złapał swojego przeciwnika, jednak się to udało. Oj, teraz ten ogień! A trafia, no fantastycznie trafia Blaj jeszcze drugi raz. Oj, Nercia trochę przeszarżował. No ale mimo wszystko dalej próbuje, jednocześnie mutaliski niszczą bazę Nercia. On się tym jednak nie przejmuje, walczy na froncie, walczy cały czas. No ale z tych okopów w zasadzie nic nie wypełza, no może jeszcze jakieś roachy. O wow, jednak dał radę, tak, bo ma jeszcze plus jeden do pancerza. No jednak Nercio wymierzył, no hydraliski mają oczywiście fantastyczne obrażenia na sekundę. Roachy też oczywiście nie najgorsze, zwłaszcza z tymi ulepszeniami. No jednak dał radę, no jednak te hydraliski zrobiły robotę. No mimo, że tutaj Blaj z ognistych kul strzelał, to i tak nie poszło. Mutaliski cały czas starają się nam nie przeszkadzać, no ale w sumie tak ta ekspansja nie padła. No ładna gra Nercia, pewna przede wszystkim. 59 dron kontra 56 zawodników. Так, ребят, все, извиняюсь, мне надо было отойти, прям, ну, реально надо было отойти. Вот. За хвилечку можно будет робить кое-какие односки. Ачкольвек Нерча с другой стороны может сделать лимит на 60 дронах. Czy tam 59, Roach Hydra, 1 A, no to się może udać, to się może udać. To jest jedna z takich prostszych taktów. Blaj tu z Nerciom bijется, Nerciom больше, u Nerciom mix как-то lepsze. U Blaja Roach Ravager голая, a u Nerciom Roach Ravager Hydra, no! U Blaja złoto, na przykład, jest здесь. Prawa flanka może nie jest taka mocarna, ale też oczywiście musi o niej pomyśleć. Tak, pleczka jest, to było tak, firebally Blaja хорошо zachodzą. Jak посмотрю. Ну, Нерч видит все, куда они падают, эти фаерболы. Продолжается давление с его стороны. По грейдам я не вижу, какая здесь ситуация абсолютно. Вот, поэтому... Да нет, здесь Нерч забревает. Блай 1-1. Интересно, у Блая есть шанс выйти с первого вообще? Блай Пингвина 2-0 убил. Блай Хеллрейзера 2-0 убил. Блай Касса 2-0 убил. Блай с Нерчом 1-1. Если Блай Пингвина... А Нерч как отыграл? 2-0, 2-0, 2-0, 1-1. Одинаково Блай с Нерчом идут, вообще одинаково абсолютно. Ну у Нерча-то точно 2-0 будет, потому что Хеллрейзер ливнул. Блая против Нистика надо смотреть. Здесь-то все ясно уже, к сожалению. На угнетых колонах, ну и смело. Нерча то уже мусит уграть. Блай там widzę, że chce wymordować, wymęczyć. Ale Artur tutaj proszę bardzo, 500 APM, nie ma problemu, bez kozery. Jedzie dalej, po dronach, po jajkach, po roachach, po karakanach. Pocisnął karakana karakanem. No, ewidentnie przedłuża Blaj.
rozgrywkę. No ale mamy remis. To w sumie ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o grupę. Нет, Кас все-таки с Hellraiser'ом отыграет, я так понимаю. Вот. До конца, но я пока не буду туда заходить на Евро. Я здесь Блая так подожду. Так, правильно я его никнейм написал? Ну, видимо, надо было достримить, короче. Диггер это Кас. Так, сейчас секундочку звякну быстренько. Все, ребят, я здесь, Блай против Нистика у нас матч. Ну, Нистик это такой зерк, который может карту, в принципе, отжать как-то на халяву стопроцентно у Блая. Вот, но Блай играет, смотрите, пул первый без газовой. Кстати, Нистик играет пул с мейна тоже, но газовый в этот раз. И что из этого всего дела выйдет, я даже не знаю, ребят.
Привет всем, нигилист, ребята, здорово всем. У нас 500 людей, сотка на Твиче, 400 на Гудгейме. Бывало и больше, но... И так нормально, я бы сказал, для вечернего стрима. Вот если бы я стримил весь день, наверное, бы больше бы людей было. Да, ты ладер пока. Мне все вот не собраться, что никак ладер не погеймить, если честно. Просто Блай развалился собачками своими против Нистика лингов. Так, еще два линга прибегают. Да грызанит этого дамаженного пса. Грызает обоих псов, Блай. Не теряя ничего, кстати говоря. Начинает против дронов биться. Зачем Нистик это делает? Зачем он бьется с лингами-то так? Ё-моё, какой провал. 10 дронов осталось у Нистика, он же Чарм Кварк. И тут только улынить, по-моему, ему вариант вообще. Вердос, хороший умевать там. Пока ты не сливаешь, все нормально. Тебя никто, ну... Тебя никто не бичит. Вот сливать будешь и плакать, тогда да. Минус овербла еще делает оппоненту. Уходит королевой. Ай, собачки на муви принимают королеву. Прием не очень теплый, а ведь у этой энергии 50 есть, а у этой нет. То есть выгоднее бы купа дрона в лайн. Ну, хоть куда-то вложил, в общем-то, свою энергию, протрансьюзил. Нистик делает дронов, кстати, обгонит он сейчас Блая, между прочим, по рабочим. Между прочим, по рабочим, как такая вот тема еще, рифмачочек прошел тут. Не может Блай без скорости поймать собачек оппонента своего со скоростью. Оно и логично, как их поймать-то без скорости, когда здесь скорость есть. Две королевы становятся, двумя королевами уже можно нормально все сделать. Ой, но Нистик-то не ждет контрзабегания. Кстати, Нистик думает, собаки-то у Блая без мувы, что он будет делать с этими собаками? Он ничего не будет делать, он думает, а Блай приходит, просто всех дронов убивает на второй. ГГ Нистик пишет 1-0 Блай, ребят. Так, ну надо вторую карту брать, и Блай как минимум будет с нерчом вровень. И, кстати говоря, будут решать матчи против третьего места. А кто у нас третье место и АХЗ? Вот, ну а похоже Блай и нерч оба третье место убили как бы по 2-0. Кстати, что это, переигровка может быть получается? Не знаю, не уверен. Так, ну все, все готовятся, сейчас начинать будут. Ну что, вторая карта. Поехали.
Так, Блай спрашивает про то, что спайкает или нет. Ну, вроде ничего не спайкает. И опять тот же самый билд играет. Тот же самый абсолютно билд. Ну, на этой карте, кстати, проход-то пошире будет, на самом деле. На той карте, конечно, глубоководном рифе обход еще есть, где можно забежать в любом случае, но... Там попроще как-то. Опять Блай прибегает, ребята, опять начинает хатунистику грызть. 6 собак уже вгрызлись, уже демеджа сотни 3-4 нанесено. Это точно уже больше, пока я говорил. Пока я говорил, собаки еще дамажили, естественно. Дроны пришли, а что дроны-то пришли? Блай уже в хату втыкнул собак. Да, смотрите, хаты не будет. Говорит, Блай, надо уходить, надо самому хатку ставить. Мистика больше до сих пор. Рабочих, ну как до сих пор, у него больше и было. То есть у него, чтобы меньше стало, это надо время, чтобы прошло. Опять была тут мистика разводит. Дронов заставляет кататься. Дронов-то больше, но из них 10 просто ездит, ребята. Только несколько там добывает что-то. Так, приходит Блай и видит, что тут собака-то масится просто-напросто. И скорость делается. То есть Блай нужна оборона здесь обязательная. Овера он сейчас собьет. Плетку ставит. Может быть, эволюшн имеет смысл поставить. А дрон-то поехал. Блай, дрона-то забери. Вот, дрона берет. Может, даже две плетки имеет смысл здесь сделать. Потому что Блай... Там у Нистика Беллинг Нес пошел. Он улын полный сейчас собирается делать, как понимаю. Стеночку у Блая. Все хорошо. Отменил, заказал. Ну ты шайба даешь. Старый кейбл. Как так-то? Как-то так-то. Опа! Смотрите, пока Нистик стоит с собаками с мува, собаки без мува Блая куда-то побежали, непонятно куда. Для кого-то. Но на самом деле все понятно, они будут забегать к прошлой игре без скорости просто пытаться. У Нистика 1-1 милишные, у Блая ничего не делается с двух эволюшенов сейчас. Но вот Нистик стоит, Блая здесь лингов больше в забегании. Вообще оверы не развешены, чтобы контролить такие забегания. О, да это минус вторая хата вообще может быть, по-моему, сейчас. Плетка еще натыкала. Нистик пытается дронами подраться. Не, это прохладная идея, это печальная просто. Собаки возвращаются, королева куда-то вперед. Уж куда она вылезет, королева эта? Королеву надо минуснуть. Блай минусует королеву. Нистик зачем-то дронами дерется. Зачем он дерется-то? Нет, это катастрофа, это провал, это вообще жесть. Плюс 9 дронецких у Блана, Блая. У Блана. Я грёбным отдаю. Так, Нистинг Пингвин 1-1. Каскл Резер 1-0 пока. Мне Эдж Хеллрейзер... Каспингвин не... А, Каспингвин не играли, не Эдж Хеллрейзер.
тоже, походу, не играли. Не знаю. Так, сунистика собаки вовсю копится, ребят. Он все-таки свою идею не оставляет про милишных лингов-то. Кстати, Блай спалил, по-моему, собак здесь всех. Спалил клана Нистика. Это 1-1. Но если Блаю не нужно было 1-1, он бы просто, если бы атаку заказал изначально первую, а потом бы броню бы... Ой, а потом бы просто вторую заказал. Лейер доделался, он бы сейчас уже бы просто вышел, и собак бы с двух ударов там просто так бы развалил бы в хлам бы. Так, скорость закупка роучем и подземный мув, скорость уже есть. У Нистика роуч урон, там он ревенджерами пушит собрался, что ли. А чё Блай ждёт-то, я не понимаю. Да хрен, а чё он ждёт? Так, плюс 2 заказано. Броню можно вторую Блая пока не спешить, не делать. Можно третью хату заказать, не знаю, что Блай тянет здесь с третьей базой. Сейчас Нистик Реводжеров наделает, и может опасно быть. Ну все, Блай вперед погнал, у него закупка есть. У него есть и подземный мув уже сейчас, через 7 секунд он будет. Так что можно спокойно драться здесь лоб в лоб. Что Блай собирается сделать. Так, 132-88, еще 4 роуча Блай делает. Приходит на крип сюда, к Мистику. Да, передний кровь и копает. Не, ну это ГГНчик, очевидно, абсолютно, да? Катит собак, беллингов Блай. Ну это больно для Нистика, это жесткий обзор. Это Нистик аж бомбанул маленько, по-моему, не? По-моему, да. Так, ну Кас там с пингвином, я смотрю, бьются. Блай уже свою отыграл. Кас последний играть не очка. А, погодите, не очка Hellraiser. Опа, а на евро-то нам не бы не сходить бы.
Слушайте, по-моему, уже и на Европу можно прыгать без смены. Да, все отлично, кстати. Да, играют они, блин, короче, печаль. Ни туда, ни туда не успел. Я не знаю. Так, ребят, сейчас я про тайбрейк узнаю. Короче, буду пока переодеваться, чтобы домой выдвигаться. Уже 12 часов, почти время-то много. Надо закругляться помаленьку. Возможно, сейчас и буду закругляться. Сейчас выясним про тайбрейк. Мы, ребят, сейчас я отойду на минутку. Вот. В общем, ребят, по ОСЦ рейтингу Блай выше Нерча. Блай уже точно первое место займет. Блай точно первое место, уже Блай точно прошел. Но Hellraiser Нерч там что-то может решить еще, мне кажется, для Касса, например, там. Не знаю. Вот, но если Касс Пингвина катнет, он, наверное, пройдет, скорее всего, мне так кажется. Хотя я не уверен, как там обстоят дела. Вот, но дела обстоят, знаете как, в другом направлении. Завтра в 13.00 заключительная группа данного турнира, группа D. Если я встану в 13.00, я ее постримлю. Так, в 20.00 там King of the Hill европейский от Base Trade TV. Возможно, постримлю, не знаю. Вот. Так что буду закругляться, чтобы выспаться, в общем-то. Спасибо всем за внимание. Громадное спасибо за поддержос. Пацаны играют. Мне некуда сейчас тупо зайти, как бы. Матчи уже все, как бы, ну, вот, играются.
Поэтому можете досмотреть, если там кто-то стримит другие стримы их, если кому-то интересно. Данную запись, конечно же, я выложу на YouTube. Вот. Еще раз всем спасибо, ребят. Очень рад всех вас видеть был. А в декабре будет очень много турниров, и мы их будем смотреть, скажу так вам. Вот. И ГГ года, и ОСС, и Варди Инвитейшнл, и ЕМА отборочный, и еще что-то там наверняка будет. Перестримить там, постримить, не знаю. Вот. Ну а на сегодня все. Два стрима было, там с днем 4 часа, и сейчас 3, там 7 часов за сегодня. В принципе, нормально, 8 часов как бы в день. Я думаю, неплохо. Все, ребят, пока. Облая, поздравляю с первым местом. Надеюсь, что кто-то еще выйдет отсюда.